Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня распаковка посылки из Китая, заказ на сайте AliExpress. Итак, у нас должна сегодня быть прийти капа. Вот она так выглядит на фотографиях. Обошлась в $1.30. Вместе идет бокс для нее. Пишет, изготовлена из латекса. Ну что ж, начнем саму распаковку. Украину дошла где-то за один месяц. Вот, сейчас посмотрим. Вот наша капа. Здесь еще одна пленочка. Сейчас ее уберем. Вот так у нас выглядит внешний бокс для капы нашей. Открываем и видим саму капу. У меня есть заглушечка для отверстий, с помощью которых боец будет дышать. Как мы видим, она сделана с двух сторон, то есть она двухсторонняя, так же самое, как написано в описании. Гнется хорошо. Запах небольшой присутствует, запах латекса. Ну, я думаю, можно от него избавиться, пропарить кипяточки, запах должен исчезнуть. В общем, в принципе, я качеством доволен за такую цену, которую предлагает нам продавец. Все, всем спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Удачных вам покупок. До скорых встреч.